называется Христовский. Очень удобно, как я говорил, что дотягиваешься до карплоттера, тянуться никуда не надо. Попробуем посмотреть основной вопрос, который задают люди, это скорость, разгон, ну и самое важное, это расход топлива, экономичность. Все эти вопросы пытаемся сегодня закрыть. Так, что у нас попадает? 77%. Информация с компьютера Volvo. Топливо 77%. Расход 1,8 литра в час. Мы сейчас идем 5 узлов. Обороты у нас минимальные. Один щелчок 700. Но тут, наверное, еще надо учитывать течение. Экономия 0,3 литра на милю. Попробуем добавить чуть обороты. Думаю, до 900. Также на карплоттере видна вся информация по топливу, расход литров на милю. Вот эта строчка. Как сами можете убедиться, обзор очень хороший. На водоизмещающем режиме вопрос не возникает. Хороший есть показатель, дистанция до пустого бака, то есть на 77% топлива. От 800 литров у нас автономность 700 миль. Это мы имеем скорость 7 узлов. Но опять же говорю, течение пока непонятно сегодня. Потом развернемся, сравним. На малом ходу, на самом малом, ловка рулится ровно, в принципе, рыска не особо нету. Руль отпускаешь, она идет прямо, прямолинейно. Попробуем нажать автопилот, посмотрим, как он справляется с этим. Течение перестало влиять, скорость 6,5 узлов, обороты у нас 930. Сейчас очень интересный момент, нас обогнала лодка, от нее идет большая волна прямо под корму. Посмотрим, как сильно нас раскачает на маленькой скорости. Скорости практически. Подошла волна первая. Идем на автопилот. Качает, но вроде ничего не падает. То есть, в принципе, очень-очень уверен. На такой волне, проходящего мимо судна, считается одна из самых приятных волн. Вышли в залив, чтобы устранить недопонимание с течением. Расчеты все эти. Сейчас мы находимся в заливе. Впереди у нас морской фасад. В общем, попробуем посмотреть ее динамику разгона и расход топлива на разных оборотах. На приборе будет вот у нас здесь, вы можете наблюдать, это расход на милю с обоих моторов, это обороты мотора. И также здесь сразу будет видна скорость. Вот самые малые обороты, опять же 700 оборотов, мы идем 5 узлов, расход 0,4 литра на милю. Начинаем добавлять. Так как лодка поставляется и со слабыми моторами, то для многих людей очень актуален малый ход, как траулера, ее водоизмещающий режим и расходы на по топливу.
Вот 8,5 узлов, наверное, вполне приемлемая скорость для этого режима, наиболее экономично. Расход примерно литра на милю. Тысяча 340 оборотов. Подруливать надо. На такой скорости, вот она прямолинейная, ну, не совсем двигается. Все-таки корпус не совсем удерживающий. Подруливать надо. В автопилоте идет нормально. Добавляем обороты. Ставим. Ставим 9 узлов, 9,5. Обороты 1500. Расход 1,6 литра на литр. Нос по-прежнему еще не задрался. То есть лодка идет довольно ровно. Дифферента сильного не имеет. Тяжеловато, но начал поднимать. То есть, в принципе, до 10 узлов можно ходить спокойно. 11, вот такой тяжеловатый режим. Мы видим это и по расходу. 3,5 литра на милю. Как бы так. Тяжеловато. Добавляем. Попробуем 15. Он начинает падать. Плюс 15, 15 идут. Вот 9 экономичней. Ежели 11. Попробуем литрам свертить. Он сильно опустился, опять обзор идеальный. То есть практически как будто изучающий критерий. Поэтому идем 20 узлов, обороты всего лишь 200. Расход меньше 3 литров на милю. То есть, наверное, вот этот режим я назвал оптимальный для круиза. Так, теперь посмотрим разгон, как быстро она выйдет на тестирование. Поехали. Там мало оборотов. Большой скорости рулит легко. Лодка идет прямо по траектории, так как мы задали. Вопрос возникает. Это она даже без автопилота. Очень контролируемо. Все, большой волны не делает. Проверить на воде. Попробуем закрыть двери, выходили все эти испытания закрытыми дверями. Сейчас попробуем закрыть двери. Закрыли дверь, конечно, в лодке стало намного тише. Идем 7 узлов, обороты 1500, расход 1,3 на милю. Добавляем, посмотрим, как прошу. Узлов. Гораздо приятнее закрытыми дверьми. Моторы находятся в корме, под нами каюта, в принципе, как и с тобой на них. Вот 16 узлов, идем разговаривать, можно очень комфортно. То есть один из самых тяжелых. Моментально разгоняем. 22 узла. Ну, вы, наверное, сами по камере слышите. Гораздо тише. Я думаю, это турбин. Идем 22-23. Расход 3 литра.
полтора литра с одного мотора набить. Какая небольшая волна от метеора, встретим ее носом. Скорость ручка положена 29,1, расход 3,1, обороты практически 3500. В лодке довольно тихо. То есть вот сейчас держу 20 узлов, добавляю, и как на хорошей машине лодка прям ускоряется. Ручку газа чуть-чуть задвигали. Но не исключаю, что найдутся поклонники более мощных моторов.